Всем привет, ловите очередной топ товаров с AliExpress, из которых я могу поспорить, вам точно что-нибудь понравится. А это Cara Pure, необычное устройство, создающее воду из воздуха. Со слов производителя, получается до 10 литров жидкости в день. Принцип действия здесь следующий. Сначала устройство захватывает воздух из окружающего пространства, обрабатывает его, чтобы избавить от всех загрязнений, а после подвергает особому теплообмену и охлаждению. И, наконец, последний этап получения воды из влажного воздуха за счет процесса конденсации. Внешне Cara Pure – это необычный холодильник весом 35 кг. Киберпанк 2077. Сегодня только ленивый не слышал об этой нашумевшей игрушке. Не удивлюсь, даже если чья-то бабушка, использующая ПК только для проверки почты, видела новость о ее выходе. К слову о киберпанке. Специально для любителей креативного декора придумана необычная межкнижная вставка. Знаете, сказать, что смотрится это красиво, значит ничего не сказать. Перед нами открывается дверь в мир будущего, где скоростные летающие машины такая же обычная вещь, как кофейные аппараты. Конечно же, все элементы вставки имеют атмосферное свечение и продуманы до мелочей. Матрасы очень удобная вещь, только вот надувать их та еще проблема, особенно когда в нужный момент под рукой не оказывается насоса. К счастью для Giga Lounger GS1 он не потребуется. Надувной шезлонг уже оборудован встроенным электрическим насосом, наполняющим изделие меньше чем за 2 минуты. Размеры после заполнения составляют 180 на 70 и на 50 сантиметров, чего с головой хватит для человека любой комплекции. Максимальная нагрузка может достигать 150 кг. Такой шезлонг помогает не чувствовать дискомфорта из-за неровности поверхности и не беспокоиться о мокрой и холодной земле. Еще одной не менее интересной фишкой GS1 является наличие интегрированного аккумулятора, который можно использовать для зарядки смартфона в экстренных случаях. А это портативный роутер, который станет верным помощником для тех, кто часто путешествует или бывает в командировках. Устройство обеспечивает максимальную скорость загрузки в 1 гигабит в секунду, что гарантирует комфортный для пользователя процесс буферизации и просмотр потокового видео в высоком разрешении. Кроме того, высокоскоростное подключение также позволит комфортно работать и с программами. Что тут сказать, отличное решение для людей, не представляющих свой отдых без работы и наоборот. На очереди графический планшет XP Pen Artist 16. Находка для тех, кто занимается обработкой фотографий, творческим дизайном, анимацией, а также разработкой игр. Главное преимущество устройства 16-дюймовый экран, отличающийся высокой цветопередачей и детализацией. Кроме того, использование электронного пера обеспечивает невероятное ощущение и идеальную координацию. Помогает творческому процессу 8 боковых кнопок и регулируемая по углам наклона подставка. Иногда в машинах возникает такая парилка, что не сравнится и с баней, и чтобы не свариться, отличным решением будет приобретение портативного вентилятора. Это очень удобная штука, крепящаяся к верхней части сидения и имеющая 3 переключаемых режима. Сказать, что она невероятно охлаждает, язык не поворачивается, скорее это легкий ветерок, дующий в спину. Как вариант для старых машин, где нет кондиционера, или же случаев, когда вместе со взрослыми катаются дети. Прекрасный. Бритва для спины. А почему бы и нет? В конце концов, далеко не все хотят иметь на теле естественный зимний утеплитель. И именно для таких людей придумана необычная бритва на длинной рукояти. Конструкция проста до невозможности. Основная часть представляет собой ручку, складывающуюся пополам. Завершает конструкцию плавающее крепление для лезвий в кассетах. По секрету, такими лошадь можно побрить, не то что человека. Угол отклонения блока на рукоятке в 15 градусов должен помочь в процессе. По крайней мере, гимнастическая растяжка. Тяжко не потребуется. Мультитул – это, пожалуй, один из самых полезных и действительно необходимых инструментов в кармане любого человека, ведь никогда не знаешь, в какой ситуации можешь оказаться. К тому же, размеры некоторых моделей сравнимы с брелком. Вот, например, мультитул, объединяющий в себе мини-складные универсальные плоскогубцы из нержавеющей стали, отвертку и даже нож. По-моему, очень хороший вариант за 200 с лишним рублей, как вы считаете? Это складная вместительная сумка для питьевой воды. Она может пригодиться во время похода, пикника или в путешествии, когда не хочется тащить тяжелые баклажки, а без воды не обойтись. На выбор предлагают варианты на 10 и 20 литров. Каждая сумка имеет две ручки, за которые удобно держаться, а также крышку-краник.
Теперь поговорим о Cyberboard, необычной механической клавиатуре, оснащенной LED-панелью с 200 светодиодов и аппаратным модулем для разнообразных световых эффектов. Корпус устройства алюминиевый, так что в надежности сомневаться не приходится, а для соединения с компьютером используется Bluetooth. Клавиатура поддерживает быструю и легкую замену колпачков клавиш. Единственным минусом можно выделить отсутствие цифрового блока. А это метрический резьбомер, полезный прибор, использующий для изменения шага внутренней и наружной резьбы. Инструмент может пригодиться для контроля и создания винтовой нарезки. Каждое его лезвие подписано и соответствует своему размеру. Пользоваться такой штукенцией проще простого. Достаточно приложить к виткам резьбы одно лезвие и посмотреть его маркировку. Свисток для похудения? А что, идея, как говорится, в похудении все средства хороши, правда? А если серьезно, эта штука помогает дышать диафрагмой. Вроде как такое дыхание запускает процесс расщепления жировых клеток и снижает уровень стресса. А если стресса будет меньше, то, соответственно, и заедать его не придется. Если кто-нибудь уже тестил такой гаджет, дайте знать в комментариях, буду очень благодарен. Впервые увидев этот гаджет, я, честно говоря, даже не представлял, как и зачем им пользоваться. Вроде как венчик для взбивания, но на деле нет. Так что, кулинары, придержите коней. На ваших экранах пружинный орехокол. Такая приблуда значительно упрощает процесс очистки орехов. К слову, отзывы у товара хорошие, попробовать стоит. А это браслет, с помощью которого можно накачать мышцы ладони и пальцев. Зачем? Да чтобы орехи колоть было проще и пружинный орехокол покупать не пришлось. Ладно, если серьезно, то такой тренажер будет очень полезен людям, чья деятельность связана с мелкой работой руками. Компьютерным гением, кстати, тоже. Так что хватайте на заметку, при оформлении заказа можно выбрать тренажер на 9, 18, 27 и 34 кг нагрузки. Filmatic — это портативный универсальный 4К проектор, отличающийся от других своим неповторимым дизайном и назначением. Его алюминиевый корпус выдерживает удары и падения с огромной высоты, а также не боится воды. Устройство можно использовать для просмотра видео, ретрансляции экрана мобильных девайсов и множества других функций, даже на открытом воздухе, проецируя изображение на любую ровную поверхность. Помогает в этом автоматическая настройка. Габариты изображения на поверхности могут составлять от 30 до 120 дюймов по диагонали. В процессе работы не возникает никакого шума, что для многих тоже является преимуществом. Filmatic также оснащен фонариком с регулируемой яркостью от 100 до 300 люмен, который может быть использован в походе. Так, девушки, сразу хочу сказать, это не резинка для волос. Прическу с ее помощью сделать не получится. А вот снять напряжение, усталость, облегчить боль, привести в тонус кожу и сосуды, разработать кисти и пальцы после травмы или болезни, а также улучшить циркуляцию крови очень даже. Медленные движения успокаивают нервную систему, а быстрые тонизируют. Массажер будет полезен при долгой работе за компьютером, занятии с музыкальными инструментами, вязании, рисовании, да и вообще при желании можно придумать и массу других применений. В комплекте приходит сразу 5 штук. А знаете что, это, думаю, нет. Поэтому слушайте, такое незамысловатое устройство необходимо для прокалывания воздушной камеры в яйцах. После такой процедуры скорлупа не потрескается при кипячении, а сваренный крутой желток не приобретет неприятный зеленоватый оттенок. Кроме того, прокалывание будет полезно и родителям дошколят. Проткнув яйцо с двух сторон, можно будет легко избавиться от содержимого, получив пустую скорлупу для детских подделок. Последнюю функцию я, конечно же, не проверял, но с первой он справляется на ура. А это радар-детектор, устройство, обнаруживающее установленные на дорогах камеры, лазеры X и K диапазонов, стрелку и другие радары. Устройство предупреждает о них за 800 метров, так что времени на подготовку более чем достаточно. Работает он в трех режимах – города, трассы и комбинированном. Кроме того, радар также показывает дату и время. На очереди модульный робот, нацеленный на обучение детей программированию ClickBot. В проработке характера персонажа принимал участие профессиональный аниматор Карлос Байен из легендарной студии Pixar, известной своим участием в работе над личностями Козмо и Вектор. Именно Карлос придумал ClickBot, цилиндрическую голову с единственным циклопическим глазом. Умный робот состоит из нескольких блоков, скелета и суставов, в их числе есть и мозг. Для передвижения он использует колесики или лапки, в которые встроены датчики давления. В комплекте также включены присоски
полоски и клешни, помогающие выполнять различные функции. Еще стоит отметить, что кликбот имеет до 50 различных конфигураций, так что подключайте фантазию и собирайте своего идеального компаньона. Это Spectra Pro, умный электрический скейтборд от компании Swagtron. Устройство представляет собой компактный мобильный транспорт, адаптирующийся к езде пользователя, изучая движение его тела. Его максимальная скорость достигает 25 км в час, а дальность пути 20 км. К слову, о размерах скейтборда он с легкостью помещается даже в походный рюкзак, что несомненно является преимуществом. Максимальный вес выдерживаемых Spectra составляет 85 кг. Еще стоит отметить систему быстрого торможения, сокращающую тормозной путь почти наполовину. А используя фирменное приложение, пользователь может контролировать скорость, блокировать и разблокировать транспорт, обмениваться фотографиями, также следить за уровнем заряда. В программе есть три скоростных режима, что подойдет любому ездоку. Грибы дома? Нет, вы совсем не о тех грибах подумали, а то зная эти мыслишки, ага. Знакомьтесь, это Шрули. Настольный бокс, в котором размещается контейнер со спорами нужного сорта грибов, после чего пользователь добавляет чуть-чуть воды, запускает программу и спустя время собирает урожай. Устройство предусматривает освещение, микровентиляцию и систему поддержания температуры. В среднем грибы вырастают за неделю. Нет в мире ничего милее, чем игра любящего отца со своим ребенком. Только вот стоит признать, что нам, мужчинам, приходится очень нелегко. Это женщины, способные одновременно варить кашу, мыть пол, развлекать карапуза, еще прическу делать. А мы с одним-то делом еле как справляемся. На просторах интернета мне попалась занятная игрушка, одевающаяся на голову, которая обязательно заинтересует любого новоиспеченного папу и не только. Да-да, соглашусь, смотрится все это немного глупо и действительно смешно, но на какие только жертвы не пойдешь, чтобы чат было спокойно. Главное, такой осьминожек привлечет внимание малыша и будет его верным другом на долгие года. А это ноутбук с двумя дисплеями от компании Asus ZenBook Duo 14. Оба экрана сенсорные и поддерживают работу стилус. Основной представлен 14-дюймовой IPS панелью с разрешением 1920 на 1080p. В списке режимов есть выбор между частотой обновления 48 и 60 Гц. Второй дисплей, именуемый ScreenPad Plus, вдвое меньше основного. Его диагональ составляет 12 дюймов при максимальном разрешении 1920 на 515p. В его основе также лежит IPS панель с же частотой обновления. Корпус у ZenBook Duo 14 полностью металлический, выполнен из магниево-алюминиевого сплава, который облегчает конструкцию, оставляя больше запас прочности. А теперь о начинке. В этом ноутбуке используется 8-потоковый процессор Intel Core i7, 16 или 32 ГБ ОЗУ, а также SSD-шка на 1 ТБ. Отвертка – незаменимый инструмент в каждом доме, в конце концов нередко возникает необходимость что-то где-то затянуть или, например, собрать. Aero Max же подойдет практически для любых нужд. Ее габариты составляют 136 мм в длину и 15 мм в диаметре. Вес всего 52 грамма. Ощущается в руке такой инструмент, как самая обыкновенная пишущая ручка, но размеры далеко не главная фишка устройства, а других ее отличает наличие функций интеллектуального управления движением. Благодаря встроенному 30-битному процессору отвертка способна самостоятельно распознавать направление вращения в зависимости от того, в какую сторону мастер поворачивает ее, приступая к работе. К тому же вместе с ней в комплекте приходит и солидный набор сменных бит, а также насадка, увеличивающая длину рукояти. Я никогда не любил кепки, даже не знаю, в чем была главная причина – в скучном дизайне, присущем большинству моделей, или в неудобстве. Однако за последние пару лет многое изменилось. Как оказалось, кепки могут быть интересными. Например, не так давно на Али мне попалась светящаяся. Да, китайцы умудрились даже в кепках реализовать подсветку. Как они это только делают? На удивление получилось здорово. С таким головным убором внимание публики вам гарантировано. Иногда на кухне критически не хватает резеток, особенно когда идет подготовка к празднику или большому столу. К сожалению, сделать их так просто тоже не удастся. И как быть? В этом случае остается два варианта – проводить удлинитель и видеть валяющиеся провода, или воспользоваться встраиваемым блоком. Эта конструкция будет скрываться под столешницей и открываться по нажатию на кнопку или крышку. При оформлении заказа можно выбрать модель с тремя гнездами или с двумя USB-портами.
Это Xiaomi Mi роутер AX1800, роутер с мощной двухдиапазонной антенной разнонаправленного действия. Одновременно к нему может быть подключено до 128 устройств, а суммарная скорость передачи данных может достигать 775 мегабит в секунду. AX1080 оснащен энергоэффективным 4-ядерным процессором Qualcomm IPQ6000, работающим в связке с 256 мегабайтами оперативной памяти и 128 мегабайтами встроенной. Для подключения к каналу предусмотрен 1 гигабитный LAN порт и для соединения с проводными устройствами 3 гигабитных LAN. R2-D2 R2 или R2 – дроид астромеханик из «Звездных войн». Так полюбился и запомнился людям, что послужил вдохновением для создания множества необычных устройств, среди которых есть даже кофеварка. Согласитесь, такому подарку точно обрадуется любой фанат вселенной. Правда, за исключением дизайна, это самая обычная кофеварка, ее объем составляет 1 литр, чего хватит для 4 кружек напитка. А теперь хочу обратиться к мужской половине моих зрителей. Парни, вы когда-нибудь задумывались о том, сколько у девушек косметических средств? Честно говоря, я сегодня немного обалдел от количества. Вот взять, к примеру, лак. Знали ли вы, что не каждое средство, выглядящее как лак, на самом деле им является? И этот пузырек на экране предназначен не для покраски ногтей, а для того, чтобы все было ровненько и аккуратно, как в дорогих салонах. Называется такое средство жидкая лента для ногтей. Очень полезная, кстати, штукенция. С ней даже я, тот еще криворучка, смог бы сделать прикольный маник. Или нет? Ну, давайте лучше думать, что да. Ночники – моя слабость. Каждый раз, когда мне на глаза попадается какая-нибудь интересная конструкция, я не раздумывая добавляю ее в корзину. Так случилось и с Wall-O Love, инопланетным кораблем, создающим приятное, ненавязчивое свечение в спальной комнате. Кстати, а вы знаете, что в Домбае, курортном поселке в Карачаево-Черкесской республике, есть местная достопримечательность, представляющая собой горный домик Футуро, имеющий точно такой же дизайн, как у сегодняшнего ночника. Выглядит домик так. По-моему, очень залипательно и волшебно, не так ли? Интересно, он ли вдохновил создателей, но пускай будет это загадкой. Иногда мне на глаза попадаются совершенно странные вещи, на которые я даже не знаю, как реагировать. Хотите, покажу одну из них? Пожалуйста, это реалистичные перчатки. Они выполнены из тонкого силикона, натурально нюдового оттенка и внешне полностью копируют настоящую кисть пальцами, ногтями и даже линиями на ладони. Может быть, вы расскажете мне, зачем они нужны? Вот зачем? ДНК скрыть? Ну ладно, ладно, шучу, это я сериалов криминальных насмотрелся, фантазия разгулялась. В общем, продавец утверждает, что это отличный аксессуар для демонстрации ювелирных украшений в магазинах. Другие же говорят, что используют перчатки для перевоплощений. Даже не знаю, меня они скорее пугают, чем заставляют задуматься о практическом применении. Все мы люди, и все мы иногда ленимся заниматься уборкой, даже если в этом есть острая необходимость. Я вот, приходя с работы, не то что убираться, помыть руки не могу из-за усталости. Но не зря говорят, что лень – двигатель прогресса. Именно для таких занятых персон и придуманы специальные тапочки, представляющие собой не только комфортную домашнюю обувь, но и средства для мытья пола. А что, по-моему, креативное и очень грамотное решение – совместить приятное с полезным. Подумайте сами, не нужно наклоняться, что-то мыть часами с этим возиться, сплошная легкость и как бонусом чистый пол. На очереди кружка для истинных ниндзя. Киа! А если говорить серьезно, выглядит она обалденно. Как подарок шарящему другу идеальная вещь. Ложка катана, подставка сюрикен, а также чехол для сохранения тепла, представляющий собой маску, открывающую миру только опасный взгляд кружки. Как по мне, солидный набор аксессуаров. Объем изделия 300 мл.
Да, похоже, гаджеты из Китая никогда не перестанут меня удивлять. Ладно, может, это я совсем отстал от жизни, спрошу у вас. Вы знали о существовании измерителя влажности кожи? Да, о нем самом. А, такое, оказывается, есть. И этим устройством активно пользуются дамы, следящие за своей кожей и ее состоянием. Измеритель влажности кожи можно использовать как летом перед поездкой на отдых в жаркие страны, так и зимой, чтобы предотвратить обветривание. При недостаточной увлажненности эпидермиса вы сможете своевременно воспользоваться специальными кремами и сыворотками, которые защитят от появления проблем. Такие приборы помогают узнать, насколько эффективна выбранная косметика. А перед тем, как рассказать о следующей находке, я попрошу всех ненадолго отложить тарелку с едой в сторону. Надеюсь, вы выполнили этот шаг. Это PupSell, устройство, позволяющее без труда убрать отходы за собакой на улице. Ведь согласитесь, какие бы теплые чувства мы не испытывали к братьям нашим меньшим, убирать отходы во время прогулки с ними, а потом еще и носить их с собой в пакете до ближайшего мусорного контейнера – неприятная обязанность. Капсула же, показанная на видео, гарантирует чистоту рук. Чтобы совершить ритуал, нужно предварительно поместить специальное капсулы рулон с пакетами, а затем открыть крышку, вытянуть один и надеть его на захваты. Далее необходимо повернуть корпус устройства так, чтобы захваты разошлись в стороны, накрыть отходы, снова перевернуть корпус капсулы и закрыть крышку. А далее дело за малым, выбрасываем все это дело в мусорный бак. Ну что, чайлюбы, почаевничаем? Упс, опять мои шуточки. На самом деле я хотел рассказать о годной находке для любителей рассыпного чая. Это силиконовая ситечка, выполнена в виде чайного пакета. С ним можно сколько угодно заваривать любимый напиток, не боясь, что половина кружки будет забита заваркой. Благодаря удобной ручке ситечка не будет тонуть, как это бывает с обычными пакетиками. На очереди полезная вещь для любого автолюбителя. Это цифровой дисплей, который крепится на руль. Он оснащен светодиодным индикатором и маленьким экраном, который будет информировать водителя о скорости, режиме движения, частоте вращения двигателя, расходе топлива, температуре масла и так далее. Для передачи данных используется Wi-Fi. Устройство совместимо как с гоночными, так и обычными моделями. Такой гаджет значительно упростит задачу водителю, позволит сосредоточиться на дороге, а также украсит салон. Не знаете, что подарить другу фанату шутеров, тогда вы обратились по адресу, это кружка граната. И нет, здесь нет никакого скрытого прикола, ничего в руках не бахнет. Просто креативная вещь, из которой будет в разы приятнее пить вкусный напиток, параллельно общаясь с тиммейтами в игре. Продается изделие в нескольких цветах. Ничего себе, оказывается, даже такие маленькие, я бы даже сказал крошечные вещи вроде такого тесака могут быть полезны. Конечно, продукты им не измельчить, но для каких-то не особо сложных задач нож подойдет. Чтобы вы понимали, его размеры сопоставимы с брелком, и то, я думаю, меньше будет. К тому же вместе с изделием приходит еще и чехол, а также маленькая цепочка. А это Flick Twist, беспроводной контроллер для умного дома, состоящий из циферблата и колонки. С его помощью можно управлять работой самых разных устройств, начиная от чайника и выключателя и заканчивая автоматическим открывателем штор. И все это без необходимости заходить в приложение Компаньон. А также Flick Twist довольно компактен, благодаря чему может быть размещен в любом удобном уголке дома. Что тут еще добавить, интересная вещица, внимание точно заслуживает. Покупать сегодня на AliExpress становится не так выгодно, как раньше, но у вас есть отличная возможность сэкономить сервисом Мегабонус. Для этого вам нужно зарегистрироваться на сайте, затем на главной странице Мегабонус вы найдете магазины с повышенным кэшбэком. Прямо сейчас есть Литуаль, и там можно вернуть почти 12% с покупки, а недавно был AliExpress, кэшбэк составлял до 30%. Чтобы не упустить AliExpress в следующий раз, регистрируйтесь на сайте и регулярно смотрите магазины с повышенным кэшбэком. Активировать повышенный кэшбэк на сайте очень просто, а также установить мобильное расширение, вы получите плюс 2 к уровню лояльности, а чем выше уровень в программе лояльности, тем выше кэшбэк. Переходите по ссылке в описании или по QR-коду, который вы видите на экране. Промокод на повышенный кэшбэк активируется только при переходе по ссылке внизу или по QR-коду. Успейте воспользоваться.
Далеко не каждый человек способен похвастаться квартирой с большой площадью, особенно это касается многодетных семей, где по-хорошему у каждого должно быть свое небольшое пространство. Именно для таких случаев я, кажется, нашел отличное решение. Это складное рабочее место трансформер. Дизайнеру удалось компоновать в небольшой тумбочке на колесах всю мебель, необходимую для работы. Здесь есть и откидной стол, и стул, и даже полочки. Размеры рабочей зоны составляют 72 на 47 сантиметров, чего с головой достаточно для размещения ноутбука и периферийных устройств. Многих людей мотивирует заниматься спортом с тем, кто превосходит их в каких-то параметрах, ведь именно это заставляет меньше лениться и больше работать над собой. Однако в наш век современных технологий можно соревноваться и с компьютером. Это Ghost Pacer R очки для бега на открытом воздухе, проецирующие голограмму виртуального партнера. Для него можно выбрать маршрут, скорость и целевой темп. Во время бега, в зависимости от скорости пользователя, аватар может бежать впереди, позади или рядом. Кроме того, на выбор представлено несколько режимов: мотивация и аватар и маршруты исследования. А это зонтик для мобильного телефона. Он представляет собой самый обычный зонт, уменьшенный в несколько раз. Для чего же нужен такой аксессуар? Как минимум для того, чтобы устройство не промокло под дождем. Кроме того, таким образом его можно защитить от прямых солнечных лучей или создать тень, чтобы картинка была лучше видна на солнце. Маленькие дети очень активны, они постоянно куда-то взбираются, находят новые места, так что портативный набор для скалолазания послужит отличным началом для будущего профессионала, покоряющего вершины. Это зацепки, крепящиеся на дерево с помощью ремней. Как говорит разработчик, комплект подходит для детей от 3 лет, сборка занимает всего несколько минут. Единственное, что вам нужно сделать, это соединить ремешок с зацепками, а после установить готовую конструкцию. Многие люди нередко теряют ключи и очень сильно от этого нервничают. А вот представьте, если бы они всегда были на одном месте. Именно для таких моментов существуют разнообразные ключницы, которые порой могут выглядеть как знаменитый усилитель Marshall. Сами же брелки представляют собой джеки, вставляющиеся в пазы. У каждого джека есть своя петля и кольцо. Мне кажется, что такой держатель станет отличным дополнением к дому, студии звукозаписи или к другому творческому пространству. Это маленькие самоклеющиеся колесики, идущие комплектом по 4 штуки. Их можно установить на те предметы, что чаще всего приходится перемещать, например, мусорное ведро, коробки, органайзеры или цветочные горшки. Колесики вращаются на 360 градусов и выдерживают до 10 кг. Ну а сейчас давайте поговорим про ничего, а если быть точнее, то про смартфон Nothing Phone, который, по мнению его создателей, призван внести свежие нотки в застоявшееся болото мира Android. Своим дизайном Nothing Phone напоминает iPhone 12, что заметно даже невооруженным взглядом. Отличительной же особенностью ничего фона является прозрачная задняя крышка, под которой скрываются многочисленные декоративные вставки, имитирующие встроенные компоненты. Еще одной интересной особенностью стал маленький красный индикатор на тыльной стороне, сигнализирующий о записи видео. В экран интегрирован оптический сканер отпечатков пальцев. Он срабатывает очень быстро и точно, но расположен слишком низко, из-за чего нажимать его не очень удобно. Задняя подсветка крышки представлена 5 отдельными элементами с более чем 900 миниатюрными светодиодами. Все это производитель назвал световым интерфейсом, предусмотрев несколько сценариев использования. Как вам такой телефончик и стоит ли задумываться о его покупке? А это GPD WinMax, ультракомпактный геймерский ноутбук, базирующийся на OS от Windows. В отличие от привычного всем ноутбука или же портативных консолей, устройство оборудовано встроенным геймпадом, полноценной клавиатурой, а также большим дисплеем с высоким разрешением. Корпус WinMax, имеющий габариты 160 на 277 мм, изготовлен из алюминиевого сплава. За производительность ноутбука в зависимости от конфигурации отвечают процессоры Intel Core i7-1260P или AMD Ryzen 7-6800U. Объем оперативной памяти может составлять 16 или 32 гигабайт, емкость накопителя от 128 гигабайт до 2 терабайт. Система охлаждения состоит из тепловых трубок и одного вентилятора. У
На очереди настольный увлажнитель воздуха, идеально подходящий для небольшой комнаты. Вместе с этим устройство может выполнять функцию ночника, светильника, который не только порадует любого ребенка, но и не оставит равнодушным даже взрослого. В комплекте с ним приходят две сменные проекционные пленки «Космос» и «Океан». Кроме того, на выбор предлагается 4 режима освещения, среди которых даже есть градиент. Не менее полезной является функция автоматического отключения при отсутствии воды. Объем резервуара составляет 1000 мл, а время непрерывной работы 3 часа. Сон – одна из важнейших потребностей нашего организма, именно поэтому многие разработчики так сконцентрированы на том, чтобы обеспечить пользователям максимальный комфорт. Поговорим о Hexon Air Fan. Это устройство предназначено для использования у спального места и объединяет в себя самые разные функции, в числе которых светильник, вентилятор, обогреватель, будильник, зарядный адаптер, голосовой ассистент, умная колонка, очиститель воздуха и даже дезинфектор. Фух, вроде бы ничего важного не забыл. Строение у Hexon Air Fan не менее сложное. В него встроены бесщеточный мотор, лампы, динамики, различные сенсоры и датчики, нагревательный элемент, ионизатор, а также несколько нейрофильтров. Для чего все это нужно? Чтобы сделать атмосферу в месте отдыха идеально подходящей для релаксации и сна. У каждого бывают нервные дни, когда все так и бесит, и чтобы не срываться на людях, предлагаю пожамкать антистресс, к тому же он такой милый. Это горошек с чудесной мордашкой, смотря на которую невозможно не улыбнуться. Антистресс размером с брелок, так что его спокойно можно закрепить на связке с ключами. Продавец предлагает несколько цветов на выбор, среди которых каждый найдет что-то по вкусу. Любой геймер знает о ценности качественной игровой гарнитуры, ведь именно от нее зависит как комфорт самого пользователя, так и внутриигровой. И кажется, Asus ROG Delta S Animate удовлетворит требования даже самого придирчивого покупателя. Треугольный дизайн – узнаваемый стиль серии Asus Delta, потому что это напоминает о четвертой букве греческого алфавита. Отличительной же особенностью модели Animate является встроенный дисплей Animatrix, находящийся на каждой чашке. Мини-диоды можно запрограммировать так, чтобы продемонстрировать стиль владельца с помощью индивидуального дизайна освещения, уникальной анимации и визуализации звука в реальном времени. Кроме того, дисплей может даже отображать прокручиваемый фрагмент текста. Что только не производит Xiaomi, даже вот электронная укулеле от них есть. Миленькая штукенция, правда, она имеет компактные габариты и идеально подходит для взрослого человека. Отличается от других моделей LED-индикацией, возможностью синхронизации, а также широким многообразием режимов. На такой гитарке наверняка будет очень интересно осваивать аккорды и играть новые композиции. Изготовлена модель из композитного углеродного волокна, укрепленного смолой с ABS-пластиком. Она легкая, прочная и долговечная, а для усиления эстетического эффекта музыкальный инструмент покрыт стильной глянцевой краской, которая добавляет ему нотку изящества. А следующая вещь обязательно понравится художникам или же просто любителям что-нибудь порисовать. Это блендеры Chameleon Color Tops, представляющие собой дополнительные части маркеров Chameleon. Каждый блендер может быть установлен на любой маркер для создания так называемого эффекта градиента. Благодаря этому будет получаться плавные, очень красивые переходы от цвета к цвету. Для того, чтобы создать микс из разных оттенков, достаточно просто снять камеру с бесцветными чернилами с маркера и прикрепить на ее место цветной блендер. А теперь поговорим о Silent, шумоподавляющем устройстве, которое будет очень полезно для тех, кто работает на шумных предприятиях. Оно действует как посредник между смартфоном и беспроводными наушниками, передавая музыку и заглушая внешние шумы. Разработчики с уверенностью заявляют, что их шумоподавление лучше даже, чем то, что используется в специальных наушниках. Оно захватывает окружающие звуки, разделяя их на два сигнала. Бесполезные шумы подавляются на 25 дБ и становятся почти неслышны, а голос выделяется и подается в наушники наравне с музыкой. Silent Tone также можно использовать в качестве микрофона при разговоре по телефону в шумной обстановке.
Это Aquar Magic Cube, маленький да удаленький кубик, представляющий собой пульт управления для умных устройств. Любую команду, доступную в приложении, можно привязать к одному из шести жестов с кубиком. Поворот на 90 и 180, двойное нажатие, встряхивание, поворот вокруг оси, а также движение вперед и назад. Таким образом, за какие-то считанные секунды пользователь может выключить свет, приглушить яркость лампы, включить умную розетку, активировать сигнализацию на ночь, отключить датчики движения и выполнить другие действия. Умение общаться на нескольких языках – потрясающий навык, только владеет им далеко не каждый. Многие люди с трудом понимают даже английский, но выход можно найти из любой ситуации. Например, никто не отменял умные переводчики. Устройство от Xiaomi знает 14 языков, что безусловно пригодится не в одной стране. Благодаря этому у любого человека есть возможность поговорить с иностранцем, чтобы задать важные вопросы или же просто познакомиться. Кроме этого, модель может выступать в качестве радиоприемника, сообщать последние новости СМИ и воспроизводить медиафайлы. Любой фанат Мстителей с первого взгляда скажет, что это такое. На ваших экранах глаз Агамота. Звучит могущественно, правда, так оно и есть. Глаз – это реликвия, созданная, чтобы сдерживать и использовать силу Камня Времени, помещенного внутрь. Глаз может манипулировать потоком времени, и именно его использовал Доктор Стрэндж, чтобы сразиться с Кацилием и Дармаму, а также восстановить гонконгский Сенктум. Такая вот интересная и опасная вещь. Сейчас же у каждого есть возможность самому ощутить ее мощь. Ну или как вариант поставить украшение на полочку памятных штучек из фильмов. Я бы лучше выбрал второе, чтобы не нажить себе проблем. Дом всегда становится интереснее, когда в нем есть картины, только вот далеко не каждый готов выложить миллионы, чтобы приобрести произведение любого художника. Но не спешите отчаиваться, заказывая плакаты. На просторах интернета мне попалась умная цифровая рамка, используя которую картины можно менять хоть каждый день. Устройство предусматривает 27-дюймовый IPS-дисплей высокой точности с антибликовым покрытием, способный передать изображение с высокой детализацией. Холст поставляется со 100 картинами и собранием Юрил, а если приобрести подписку, то откроется полный доступ к библиотеке. Рамка поддерживает вертикальную и горизонтальную установку. Она имеет встроенный датчик управления жестами и датчик света, который автоматически настраивает яркость и переводит экран в режим ожидания, когда в комнате становится темно. Это Mac Easy, находка для тех, кому важен порядок на рабочем месте. Mac Easy состоит из двух модульных органайзеров, Folio и Board. Оба изготовлены из магнитной металлической основы, обтянутой искусственной кожей и поставляются с держателями из микрофибры, внутрь которых вставлены магниты. Board, как следует из названия, это доска с выдвигающимся подставкой. С ней идут следующие держатели: магнитная коробка, карт-холдер, клипсы, а также круглые пластины. Folio же это вариант для людей, что часто бывают в разъездах. С ним приходят прочные листы А5 с календарем и планировщиком задач, а также карт-холдер, футляр для документов со слотами подкрепления карты, зажимы для бумаги, клипсы и пластины для скрепок. На очереди мультифункциональная клавиатура, интересной особенностью которой стал сенсорный дисплей, RGB-подсветка и возможность выбрать переключатели, механический или мембранный. Дисплей разрешением 1920 на 515 пикселей одновременно поддерживает до 10 точек касания, что в свою очередь гарантирует низкую задержку при выполнении задач. Клавиатура совместима с разными платформами и может дублировать экран. Подключается она к ПК, ноутбуку или смартфону через USB Type-C. Кроме того, к ней самой можно подключить флеш-накопитель, или внешние жесткие диски, мыши и другие устройства. Несмотря на то, что даже в самых дешевых телефонах есть программы для заметок и напоминаний, многие люди по-прежнему предпочитают блокноты, ссылаясь на то, что это надежнее. Так ли это на самом деле, решать только вам. Я же в защиту блокнота хочу показать необычную модель. Записная книжка, что вы видите на экранах, предлагает не только просторные страницы, но и беспроводную зарядку, что очень актуально в наше время. В случае, если ваше устройство не поддерживает беспроводную, сзади также предусмотрены кабели. У нее приятная тканевая обложка, да и в целом вещь смотрится очень солидно. Как по мне, для подарка самое оно.
Знали ли вы, что температура и уровень влажности в квартире могут отразиться на состоянии здоровья людей и животных? Чего там говорить, при низких или наоборот высоких значениях страдают даже растения. Так что за показателями обязательно нужно следить, и в этом деле не обойтись без специальных датчиков. Вот вам одна простенькая, но функциональная модель. Устройство имеет Wi-Fi и Bluetooth модули, а также поддерживает голосовое управление и может являться частью умного дома. Контролировать изменения можно через специальное приложение. Это камера моментальной печати, предназначена для самых юных фотографов. На сайте она представлена в самых разных дизайнах. Здесь есть и динозавр, и медведь, и жираф, и даже тигр. Кроме того, можно выбрать комплект с кейсом для хранения. Что и как работает, разберется даже первоклассник. Нажимаете на кнопку затвора, выбираете понравившийся кадр и нажимаете еще одну кнопку для печати нужного кадра. Устройство работает от встроенного аккумулятора, не имеет острых углов и сохраняет фотоснимки в формате JPEG. Вы замечали, что когда занимаешься делом с установленным таймером, все получается как-то быстрее? Ну или мне так кажется. В любом случае таймер так или иначе нужен. Даже например приготовки. Эта модель от Basus отличается минималистичным корпусом. Время на ней устанавливается с помощью поворота корпуса, а для запуска отчета предусмотрена отдельная кнопка сверху. Фишкой же устройства является возможность примагничивания к металлическим поверхностям. Также продается версия и с подставкой. А это термоскотч, теплопроводящая лента, использующаяся для различных целей, когда необходимо обеспечить крепление элементов и эффективный отвод тепла. Она выдерживает температуру до 280 градусов Цельсия, продается мотками по 33 метра, шириной от 3 до 30 мм. Покажите мне хотя бы одного человека, который никогда не слышал или даже не играл в Тамагочи. Электронный питомец, что был на пике своей популярности в 2000-х годах, представлен на сайте в двух вариантах и в разных дизайнах. Модель под номером 550 работает от встроенного аккумулятора и заряжается по USB кабелю, а та, что под номером 560, нуждается в батарейках. Выбрать понравившегося питомца можно из 14 встроенных в Тамагочи. А это дозатор для моющего средства, совмещенный с держателем для губки. Очень полезная, кстати, вещь, лишняя жидкость не вытекает и пользоваться удобно. Средство попадает, если нажать губкой на площадку сверху. Объем резервуара 380 мл. У продавца же можно купить и губки. Нет миллиардов и возможностей, чтобы полететь в космос, не беда. Smart Green Planner каждый желающий сможет испытать острые ощущения от выращивания растений на коричневой планете и почувствовать себя первооткрывателем. Внутри круглой светящейся основы находится глинистый материал, имитирующий плодородную почву. Таким образом, растения вырастают вертикально. Поливать часто не нужно, что только на руку. Mars Green вмещает в себя до 2 литров воды, чего с головой хватит на месяц. Кроме того, круговая подсветка порадует не только пользователя, любящего красоту в комнате, но и растительность. Иногда так хочется взглянуть на мир другими глазами, например, через розовые очки. О, кстати, а вы знали, что есть специальные очки, превращающие все блики в сердечки? С ними мир становится сказочным сном. Продаются такие очки в разных цветах, это касается как линз, так и оправы. Иногда у меня появляется резкое желание обновить мебель, и нет, это не значит, что я покупаю новую. Наоборот, преображаю старую, делаю ее еще красивее. И знаете, ручки – это первое, что бросается в глаза. Вы только взгляните, какой милейший вариант я подобрал себе домой. Это золотистые пчелки, которые не только преобразят старую мебель, но и добавят летнего настроения. Выполнены они из латуни и продаются набором по несколько штук. Имея комнатное растение, мы стараемся выбрать для него самый лучший и красивый горшок. Если вы находитесь в поисках такого, могу подкинуть одну интересную идейку. Это цветочный горшок, лицо с румяными щечками, ресничками и веснушками. Изделие имеет габариты 18 на 13 см и идеально подойдет для комнатных растений. В нем будут отлично смотреться и композиции из высушенных цветов. На выбор доступно два варианта дизайна с руками и без. Это прикроватный ночник, поддерживающий голосовое управление. Он совместим с Alexa, Google Home, HomeKit, SmartThings и Marusi. Режим работы и оттенок настраивается через мобильное приложение или путем сенсорных кнопок на самом корпусе. Кроме того, у пользователя есть возможность выбрать комфортную яркость, которая не будет напрягать глаза. Питается устройство от сети.
На очереди миниатюрный домашний компьютер PixNee, вес которого не превышает 160 грамм. Он без особых проблем справляется с декодированием 4К видео и выполнением офисных задач. Что касаемо начинки, здесь установлен 4-ядерный процессор Intel Pentium N6005, 8 или 16 гигабайт оперативной памяти DDR4 и SSD на 256, 512 или на 1 терабайт, в зависимости от конфигурации. Из интерфейсов есть следующий: HDMI, USB 3.2, Type-A, Ethernet и 3,5 мм аудиоразъем, а также модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Как вам такой ПК и стали бы вы его покупать? Поделитесь своим мнением в комментариях. Надежное хранилище материала – очень важный вопрос для тех, кто занимается созданием цифрового контента. Многие используют для этой задачи внешние носители, и в этом выпуске мы рассмотрим устройства от Лаци, для которых надежность – второе имя. Линейка Rugged обладает водозащищенным прорезиненным корпусом, который не боится падений даже с высоты 3 метров. Выпускается SSD в трех вариантах – на 500 ГБ, на 1 и 2 ТБ. Габариты корпуса составляют 98 на 65 и на 17 мм, а его вес – 130 грамм. Как показали результаты теста, скорость записи составляет 920 мегабит в секунду, а чтение 935. Каждому из нас иногда хочется почувствовать себя этим малышом и плюхнуться в аппетитную подушку печенья. А если серьезно, смотря на нее, у меня и правда разыгрался аппетит. А у вас? Кстати, на сайте вы найдете и другие рисунки: бургер, пиццу, булку с маком или хот-дог. Креативное решение для подарка. Наш век современных технологий даже школьники не обходятся без навороченных смартфонов, планшетов и ноутбуков, однако большинство моделей стоят сумасшедших денег. Я же предлагаю рассмотреть Pax X, бюджетная новинка от Realme. Планшет имеет стильный металлический корпус, как у 13-го iPhone, толщиной 7 мм и 11-дюймовый дисплей. Начинка здесь следующая: процессор Qualcomm Snapdragon 695 и 6 ГБ ОЗУ, также есть встроенное хранилище на 128 ГБ, разрешение основной фронтальной камер 13,8 мегапикселей, аккумулятор на 8340 мАч поддерживает быструю зарядку. Для беспроводного соединения есть Wi-Fi и Bluetooth. Обратите внимание, что при оформлении заказа можно выбрать цвет корпуса и комплект с адаптером для европейских розеток. И нет, это не реклама. Ватные палочки с йодом – это то, что никогда не будет лишним, как в поездке, так и в походе. Они предназначены для оказания первой помощи, дезинфекции кожи и ссадин. Домашние аптечки тоже стоит иметь что-то подобное, ведь в жизни бывает разное. Палочки продаются набором по 10, 20, 50 и 100 штук. И 100 штук брать гораздо выгоднее. Перед использованием необходимо надломить головку, помеченную полоской, после чего раствор смочит вату на противоположной стороне, и ею можно будет обрабатывать рану. Карманные фонари – очень полезная и недооцененная вещь, которая действительно может выручить в ключевой момент. В этом выпуске представлена модель XO Knight, презентация которой проходила буквально пару недель назад. Фонарь выполнен в прочном корпусе из алюминия или титана, габариты которого 52 на 28 мм. Белый светодиод имеет максимальную яркость в 1100 люмен, а также работает в 7 режимах. На выбор предлагается несколько вариантов оформления, и титановая версия обойдется дороже в половину. Наверняка каждый хотя бы раз в жизни покупал еду или напитки в торговых автоматах, где нужно закинуть денежку, а после нажать на соответствующую кнопку. Так вот, знали ли вы, что подобные автоматы существуют и для дома? Они, конечно, не такие огромные и функциональные, но со своей задачей вполне справляются. Автомат, одновременно являющийся холодильником, вмещает в себя до 10 банок с газированными напитками. Питается он от сети или прикуривателя. Его габариты составляют 235 на 650 и на 415 мм, а вес 8 кг. Я хоть не заядлый путешественник, но считаю, что у каждого человека обязательно должен быть качественный чемодан. Скорее всего, многие со мной не согласятся, ведь качество стоит больших денег. Однако согласитесь, куда лучше один раз купить и больше никогда к этому не возвращаться, чем менять их каждый год. Специально для тех, кто придерживается моих взглядов, я подготовил вместительный чемодан, одновременно являющийся шкафом. Далеко не все любят раскладываться в отелях, да и в конце концов иной раз может просто не хватать места. А тут все под рукой. 5 простых полок для вещей, большие карманы под технику, замок, защищающий все добро. Одни плюсы.
А это контейнер для хранения зелени в холодильнике. Выполнен он из прозрачного пластика, нижняя часть заполнена водой, которую нужно менять приблизительно каждые 2 дня. Благодаря таким условиям зелень дольше сохраняет свою свежесть и аромат, а также не впитывает другие запахи. Как отмечают пользователи, на срок контейнер никак не влияет. Туалетная пианино. А почему бы и нет, это специальный коврик с вырезом под унитаз, на поверхность которого нанесены клавиши. На каждую можно нажать, но только делать это нужно не руками, как все привыкли, а ногами. Питается устройство от батареи, для экономии заряда через 60 секунд после последнего нажатия происходит автоматическое отключение. Наверное, вы зададите логичный вопрос, а где же здесь динамик? Он располагается на одном из уголков рядом с кнопками смены режимов, которых здесь 3. Что ж, учитывая то, как много времени мы проводим сидя на белом троне, через месяц после начала репетиции каждый научится играть лунную сонату. Многие животные не любят фотографироваться, постоянно убегают или отводят взгляд от камеры, но бывают случаи, когда нам ну очень хочется запечатлеть момент, и сделать это можно с помощью специальной селфи-палки для четвероногих. В отличие от привычной, она служит креплением не для смартфона, а для вкусняшки. Увидев ее раз, животное больше не сможет отвести глаз и будет постоянно смотреть в одну точку, пока не получит своего. По-моему, это отличный способ заставить сидеть на месте даже самого активного питомца. Солнцезащитные очки большого размера существуют уже давно, но китайцы довели эту модную тенденцию до крайности, представив линейку, покрывающую практически все лицо. Многие говорят, что это уже не очки, а солнцезащитный козырек, но производитель считает иначе. Модель представляет собой большую поляризационную линзу с ультрафиолетовым фильтром, закрывающим все лицо. Она имеет дужки, как у обычных очков, и держится на голове владельца по тому же принципу. Глядя на аксессуар, становится ясно, что он скорее модная штучка, чем практическая вещь для ежедневного использования. А как считаете вы? Пишите свое мнение в комментариях. Светящиеся вещи всегда привлекали нас больше обычных, и кто бы мог подумать, что когда-то появятся дозаторы для мыла с подсветкой. Никакой практической пользы они не несут, но комната становится красивее. Устройство активируется в момент, когда происходит движение. Спустя 30 секунд подсветка автоматически отключается. Переключаются цвета с помощью кнопок на нижней панели. А это самый настоящий шпионский девайс. Он представляет собой часы, с помощью которых можно взламывать и создавать поддельные сети Wi-Fi, сбивать с толку трекеры и просматривать трафик на небольшом OLED-дисплее. Эти часы также оснащены микроконтроллером ESP8266, двумя лазерами, действующими на расстоянии 100 метров, и батареей мощностью 800 мАч, обеспечивающей работу устройству в течение 7-8 дней. В целях вашей же безопасности я настоятельно не рекомендую использовать эти часы со злым умыслом. Что может быть веселее, чем устроить мыльное шоу с пузырями или мыльные перестрелки, обстреливая своих друзей каскадом мыльных пузырьков? Специально для таких случаев и существует Bubble Gun. Одно нажатие на кнопку, и сотни шариков пускаются в небо. Так что веселая, радостная атмосфера на любом мероприятии гарантирована. Не сомневаюсь, что такая игрушка сумеет порадовать и взрослых. Я вот, например, с огромным удовольствием взял бы такую базуку на пенную вечеринку у бассейна. Как же прекрасно пройтись босиком по теплому пружинищему мху где-нибудь в лесу, любуясь зеленью и слушая пение птиц. Но если леса поблизости нет, тогда хотя бы прогуляться по маховому ковру в своей ванной комнате. Швейцарка Нуген Ле Чан создала по-настоящему странное и необычное изделие. Для него она использовала 3 разновидности мха – лесной, шаровидный и с океанических островов. Несмотря на то, что растения живые, за ними не нужен практически никакой уход. Чтобы расти, мху достаточно искусственного и не самого яркого освещения, а необходимое количество влаги коврик получит из воздуха, а также в момент касания к нему мокрых стоп после душа или ванной. Основой послужила подложка из плотного искусственного материала, поверхность которого состоит из полусферических ячеек. Для высаживания мха не нужен ни субстрат, ни грунт. Молодые ростки сажают прямо в выемки. А как вам такой вариант эко-коврика? По-моему, очень даже интересно. А это устройство создано для тех, кто не ест утром исключительно из-за своей лени. Всего за пару простых движений оно приготовит вкуснейший яичный ролл. Все, что требуется от человека, это добавить в эгг-кукер немного масла, а после влить взбитое яйцо. По желанию в ролл можно включить и, например, сосиску или колбасу, сыр, зелень, а также любые другие ингредиенты по вкусу. Работает устройство от сети, и приблизительно время ожидания завтрака 10 минут. Как говорится, бон аппетит!
Если, слыша слово конструктор, вам первым приходит в голову огромные разноцветные блоки, из которых максимум, что выйдет собрать, так это башенку, то я спешу вас обрадовать. Современный конструктор — это самое настоящее, не побоюсь этого слова, искусство. Вот, например, механический ретропроектор, или, как будет правильнее, витаскоп. Кто не знает, что такое витаскоп, это один из ранних прототипов современных кинопроекторов, обеспечивающих проекцию изображения с кинопленки на экран при помощи электрической лампы накаливания. Габариты деревянной модели составляют 220 на 130 и на 245 мм. Приблизительное время сборки от 4 до 8 часов. Но поверьте, оно того стоит. В результате вы получите не просто интересную, но и работающую модель ретро-проектора. Достаточно будет вращать ручку и наблюдать за движущимися на экране картинками. Никто не рождается с хирургическими навыками, даже самым выдающимся врачам когда-то приходилось начинать с нуля. А знаете, что является одним из важнейших элементов хирургической операции? Наложение швов. Дело это очень тонкое и точное, требующее максимальной концентрации. Но чтобы пройти к идеальному результату, нужно ведь где-то тренироваться, правильно? Не на человеке же. Для такой цели существуют специальные тренажеры, имитирующие человеческую кожу и обладающие той же эластичностью, плотностью и сопротивлением. Они дают возможность отработать наложение швов таким образом, чтобы врач, оперируя пациента, выполнял ушивы раны с минимальной травматичностью, без риска расхождения. В комплекте тренажеру прилагаются все необходимые инструменты. Нет идеи, что подарить другу автомобилисту, подари ему брелок, представляющий собой коробку передач. Почему, собственно, нет? Оригинальность он точно оценит. Вдохновение для создания такого изделия послужили оригинальные механические коробки, устанавливаемые на Феррари и Ламборджини. К слову, брелок полностью рабочий, пружинный механизм создает впечатление мягкого и точного переключения с кликом, как на спортивных машинах, а ручка фиксируется на выбранной скорости. Только это не гоните. Бармена вызывали, а он уже здесь. Представляю вашему вниманию Bar Size, робота, знающего рецепты более 2000 различных коктейлей. К ним можно добавить и свои собственные, чтобы расширить список. Здесь предусмотрена установка 5 бутылок объемом 750 мл с базовыми ингредиентами. Кроме того, в Bar Size 2.0 есть 3 емкости для модификаторов. Скорость работы миксера регулируется, позволяя как перемешивать, так и взбивать содержимое. А это Bite Helper, незаменимый помощник для путешественников и туристов. Он помогает избавиться от зуда и раздражения, вызванных укусами различных насекомых. Для этого устройство задействует тепло и вибрацию, увеличивающую приток крови в выбранном участку. Несколько секунд будет достаточно, чтобы заметить разницу. Для желающих погрузиться в мир водного туризма я включил в этот список надувную байдарку Explorer K2. Она будет идеальным вариантом как для новичков, так и профессионалов своего дела. Модель изготовлена из высокотехнологичного трехслойного материала, состоящего из 2 слоев особо прочного винила, между которыми проложена специальная сетка из полиэстера. Она не боится воздействия агрессивной среды, а также устойчива к перепадам температур. Explorer K2 больше подойдет для озер и спокойных рек. Обтекаемая форма корпуса способствует легкому скольжению, а ярко-желтый желтые полосы делают байдарку заметной на воде, обеспечивая безопасность. Надувной пол дает дополнительный комфорт и маневренность. Максимальная грузоподъемность лодки достигает 180 кг, а ее размеры составляют 312 на 91 и на 51 см. Насосы весла включены в комплект. В походе возможно все, никто не застрахован от укусов насекомых и других опасных обитателей дикой природы, к этому нужно быть готовым. При укусе змеи многие источники рекомендуют совершенно взаимоисключающие способы оказания первой доврачебной помощи, но все они сходятся в одном. В первые минуты необходимо удалить как можно больше яда. Как раз для этой цели и существует следующий набор. Это экстрактор Pump Kit. Главный инструмент здесь небольшой вакуумный насос или же шприц. К нему прилагается пластырь, бритва, различные насадки, капсулы с веществами, временно снимающими боль, а также дезинфицирующие салфетки. Это необычный нож, выполненный в форме 2 половинок листика, соединяющихся воедино. Его длина в готовом положении 11 см, 5 из которых это лезвие. Такое изделие не займет много места и может крепиться на связку с ключами или, например, поезд. Но главное преимущество ножа заключается в том, что он всегда будет под рукой.
Знаете ли вы, что велосипеды могут ездить не только по дорогам, но и по поверхности воды? И этот гидрофайлер прямое тому доказательство. Этот необычный транспорт повторяет кинематику велосипеда, у которого есть педали, руль и седло. Дополняют их электродвигатели и батарея, а также грибной винт и подводные карбоновые крылья. Максимальная скорость, до которой можно разогнаться, составляет 20 км в час, что очень солидно. Рама этого коня алюминиевая и подготовлена к использованию в морской воде. Допустимая нагрузка от пользователя до 100 кг, а масса самого велосипеда составляет 20 кг. Длительность прогулки напрямую связана с поддержкой мотора – 4 часа на самом низком уровне и 1,5 при условии максимальной помощи. Ну а если тебе понравилось это видео, то обязательно ставь лайк, пиши комментарий и участвуй в конкурсе на этот телефон. Итоги будут после 1000 лайков.